В республике стартовала 6-дневная рабочая неделя. По данным Министерства труда и социального развития региона, затем дагестанцев ждут 3-дневные выходные в связи с празднованием Дня России, который отмечается ежегодно 12 июня. Эта суббота 9 июня станет рабочей, а понедельник 11 июня – нерабочий день за счет переноса выходного с субботы. Таким образом, выходные продлятся с 10 по 12 июня. Кроме того, в связи с празднованием Ураза-Байрам, 14 и 15 июня также объявлены выходными. С таким предложением муфтий республики Ахмад Хаджи Абдуллаев обратился к врио главы Дагестана Владимиру Васильеву. Этот вопрос подняли на сессии Народного собрания региона, и депутаты поддержали инициативу. Таким образом, работать на праздничной неделе дагестанцы будут только 13 июня.